Привет, девчонки, мальчишки. Ой, телевизор отключить. Завтра у нас праздник, Пасха. Я тут наготовила, кулички напекла с Леночкой. Правда, не снимала, как пекли. Ну и смысл снимать, как я пекла куличи. У меня уже есть это видео на моем канале. Вот. Поэтому снимать не стал. Тут и так колготы было. Караул как был не до съемки. Пришла мне коптильня. Сейчас вам похвастаюсь, покажу. Ой, на полу стоит. Да, вот всем комментариям верить нельзя, хочу сказать. Заказывала, когда прежде чем купить, конечно, почитала отзывы. Ой, не могу телефон установить, сейчас установлю. Отзывы, конечно, не все были хорошие. Я рискнула и купила. И ничуть об этом не пожалела. Коптильня прям очень даже ничего. Вот как бы... О! Отличненько. Упаковано было вообще все супер, хорошо. Сама по себе, конечно, она прям небольшая. Но мне большая не нужна. Я же не держу скотину. Все, что будут коптить, конечно, по чуть-чуть. Писали решетки Г, а решетки оказались очень даже ничего. Две решеточки. Прям хорошие. Вот. Так что всем комментариям верить нельзя. Это для сбора жира. Ну и сама, понятное дело, это коробушка. Короче, я довольна. Завтра поедем, я думаю, что поедем на дачу. Будем там коптить. И заодно отмечать праздник. На чем поедем, неизвестно. Толян уехал в деревню. Сын работает. Может быть, брат нас отвезет, созвонит. Поеду я, Леночка. Ну, вроде бы они собираются, брат, своей семьей. Ну, может быть, отвезут. Ну, не отвезут, если придется, я думаю, вызывать такси. Ну, завтра нам такси будет. Очень дорого. Праздник. А когда праздник, двойной тариф платишь. Насолила сало. Как оно называется? Грудинка, да? Грудинку. Не знаю, надеюсь, просолится. Но я посолила где-то, если не соврать, время два. Где-то там полвторого я ее солила. Но думаю, что должна посолиться. А здесь шпик посолил. Но шпик уже стоит вместо четверга. А сегодня суббота. И это уж я уверена, что просолилась. Сейчас, кстати, зачищу, лишнюю соль уберу. И поставлю сало в холодильник. Куличи я сказала, что испекли-то. Светить не пойду. Не знаю. Ну, не постилась. И я вот не знаю, что светить. Одно дело, если бы постилась, да. Конечно, нужно и посветить было бы. Вот такой куличик получился. На вкус, думаю, тоже хороший. Я сама, наверное, побрызгаю святой водичкой, у меня есть. И все. Что-то я первую неделю попостилась. И все. Не хватило силы воли. Совсем что-то я обнаглела. Хочу сейчас сюда творожную массу положить. И 3 яйца. И побрызгать святой водичкой. Вот. Так что вот так вот.
яйца Ленкими окрасила с Ульяшечкой, а я сидела, контролировала процесс, как они красили. Я люблю красить, конечно, не знаю, в луковой шелухе, но они с Ульяшей купили краситель пищевой. Захотелось им так покрасить. Ну ладно, какая разница. О, какая разница. Конечно, можно было бы сходить посветить. Ну а что светить, если жрала, по-русски сказать, все подряд. Так, сейчас положу творожную массу. Придется придавить. О! И сейчас очень почитаю и водичкой побрызгаю. Ой. Не знаю, что со мной случилось, я не знаю. Раньше прямо постилась, на все была сила воли. А сейчас что-то обнаглело, можно сказать так. Ни на что мне не хватает силы воли. Ни на что. Аж сама себе не рада. Ведь вот я постилась, когда прям строго держала пост, вот строго. А это, говорю, какой-то ужас. Так. Хотя батюшки говорят, не грех в рот, а грех, когда из уст. Наш разговор, наши мысли. Вот не люблю краситель. Вот сейчас даже покажу, почему. О, яйцо голубое от красителя. Сейчас надо ногти привести в порядок, накрасить. А то завтра праздник. Ничего делать нельзя. Хотя, что я сейчас накрашу, ненадолго. Завтра ведь на дачу. Все там будет, все как сейчас. Ну ладно, все равно приведу сейчас немножко себя в порядок. Дом все, конечно, отгенералила в четверг, в чистый четверг. Я и куличи пекли мы. И Лен, вот яйца красил тоже в четверг. Я всегда делаю в чистый четверг эти вещи. Я только позапрошлый год не пекла. Ульяша маленькая была. И был мне не до этого. А в этом году с Ленкой пекли. Но она мне сказала: мама, больше с тобой я печь ничего не буду. Меня что-то все так раздражало. Я не могу вначале. Но после, конечно, как? Ой, подуспокоилась. Говорю, ладно, не обращай на меня внимания. Вот. Все. Эти яички беру в холодильник. О, какая красота. Один кулич маме дала. Один вот Ленин еще не забрали. Ну, думаю, сегодня она заберет. Отработает, после работ придет, заберет. Так что вот так. Видео, конечно, выйдет уже позже. Уже говорю не раз. Снимаю всегда на запас. Поэтому у меня в день редко, когда что выходит. И это уже прям редко-приредко. Ну все. Чуть-чуть с вами побалякала. А теперь сейчас побрызгаю куличик святой водичкой. До новых встреч!